Доброго времени суток, уважаемые зрители канала Веди в Шоу. Сегодня с вами необычный обзор. Хоть один раз стоит отойти от темы рэперов, блогеров, наркоманов и резиновых елдаков. Тема идет об одном из самых главных икон современного футбола. Лучший футболист мира. Миллионы женщин мечтают о нем. Красавец, многократный обладатель золотого мяча. Александр Кокорин. И если считаете, что Роналдо самый лучший футболист мира, ставьте лайк. Если считаете, что это Лионель Месси, тоже ставьте лайк. И если считаете, что это Тарасов, бывший муж Бузовой, то ставьте себе капельницу, потому что у вас точно что-то не в порядке со здоровьем. Такой бокс, посвященный Криштиану Роналдо в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, который я обязательно посещу на своем диване перед телевизором. Португал! И если вы девушка, то поверьте, вам тоже это нужно, потому что, имея такую коробку, вы точно сможете обольстить этого португальца. И первым делом у нас идет футболка сборной России, сборной Португалии. Португалия со знаменитым номером 7. Вот такая даже с гербом сборной Португалии. Футболка, кстати, унисекс. Он сказал слово секс. Шутечки за 300. Брелок с Криштиану Роналдо, вот такой, смотрящим на Кубок Мира. О, и с Лионель Месси. Это такое, вы знаете, противостояние, прям как LJ Федук. Не, просто болею. Что за примеры? Я бы еще сказал, как Собчак и Жириновский. А вообще, вы как считаете, у кого больше шансов на победу? Вот такие постилки или жвачки. Давайте посмотрим. Тут даже тоже показано вот это противостояние железного португальца против капитана Америки. Гамми футбол. Что это за хрень? Опять траванусь как-то. Это что-то среднее между жвачкой и конфетами. Разговорник русско-португальский. Это, кстати, очень полезная вещь. Правда, как я знаю, на португальском в основном разговаривают в Португалии, в африканской, кажется, стране Анголе. И самое главное, в Бразилии. Потому что я мечтаю там побывать. А вы бы хотели побывать в Рио-де-Жанейро? Если итальянский, он такой, знаете, «Этелла, тито, перчеа». Испанский, он такой «Эстетас, лосес, компрелас». То португальский, он такой больше жужжащий. Типа «Кормужуа», «Пожия», «Гандона». Как будет по-португальски «презерватив»? Как-то же нужно будет разговаривать с Роналдо. Флажок Португалии. Я в Португалии, правда, не был, но не нужно забывать про свои страны. Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Пакистан. А вы откуда? Наклейка с Криштиану в полный рост. И вот такой смап-поста с кричащим Роналдо, с его божественным телом. Я бы тоже хотел бы быть Роналдо. Ой, да все хотели бы быть Роналдо. Да если бы я был бы женщиной, я бы хотел Роналдо. Нет больше такого мужчины, которого бы хотела любая женщина. Ну и Николая Соболева, конечно. Шутки за 300. Шутки за 300. Ну что ж, ребят, дальше будет трэш, вписка, разврат, блядство, наркотики. Подписывайтесь на канал, смотрите футбол, хоккей, бейсбол, езду на санках, литербол, какой-нибудь там еще бол. И пишите в комментариях, как вы оцените шансы своей сборной на победу в чемпионате мира по футболу. Давайте, ребят, всего хорошего. Оле, оле, оле! Он весь блестит.